Тонкая копия вышла. В нем какая-то конструкция, но выходит за его пределы. Вот так вот даже, да? Хорошо. Мы на месте. Мы приветствуем Андрея, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. Сканер, я даю тебе команду. Просканируй сейчас Андрея. Отключи эту конструкцию, находящуюся в ее биополе, до последнего чипа, датчика, импланта, конвектора, подключки. И все неназванное, с ней связанное. Отключай это все и выводи из биополя. Все это выходит и, как выведется, отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Это такие какие-то как тиски, только они вокруг него, а он в середине. И они сейчас начинают раздвигаться и отключаться от него. Посмотрим, кто за этим стоит. Готово. Отправляя в клетку тюрьму конструкцию. Хорошо, я даю команду сканеру. Сканер сканирует пространство над головой Андрея под ногами. 360 градусов вокруг него. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии и воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все семь тонких тел Андрея. Находит все. У него бес, джин, суккуб. Три нижних, хорошо. Дальше. Синий дракон и ящер. О, чья конструкция? Ящер. Ящер. Считай цифру ящера над головой. Снимаются маски и голограммы. Ящер представится гласно своему эфирному коду ДНК. Если ящер с кем-то связан, выстраиваются каналы, притягивая всех ответственных с ним связаны. Пошел процесс. Да, ящер. Хорошо. Цифры над головой? 305. 305. Сколько ты находишься в этом биополе, ящер? 3 года. На каком основании ты установил свою конструкцию? И сдавливал его тисками? У тебя есть контракт с ним? Нету контракта. Он что-то эгрегориальное показывает. Какой-то эгрегор. Религиозный эгрегор? И какое-то обучение? Что именно конкретно назови? Я должен точно знать, ящер, если ты хочешь себе сэкономить неприятности. Я хочу знать всю картину. Если кто-то мне не расскажет или он будет говорит космогония. Космогония. Это то, как он называет это. Но в нашем понятии это, скорее всего, космология, да? Но он как сказал, так сказал. В его понятие это космогония и все, что с ней связано. Космогония. Хорошо, он мне должен объяснить этот термин. Я ни разу его не слышал. Космогония в твоем это понятии. Это все сюда входит, ложное. Ложное. Хорошо, я правильно тебя понимаю, он пытался интересовался какими-то... И доверял. И доверял кому-то, этим эгрегорам. Понятно, хорошо. Мне этого достаточно. Хорошо, синий дракон, цифры над головой? 2806. Хорошо. Контракт есть у кого-то из всех присутствующих, спрашиваю? Нет. Синий дракон, сколько ты находился в этом биополе? 4 года. 4 года. Хорошо, суккуб. Сколько ты находился в этом биополе? 1 год и 2 месяца. Пришел на литературу, на разговоры интеллектуальные, на разговоры о музыке наверняка, да? О философии. У него веера в руках, он отмахивается, да, веером и заигрывает с тобой. Да, и приятно литературу. Смотри, всем литература нравится, безусловно, потому что очень много такой литературы. Поехали дальше. Считай цифру джина над головой. 17.32. 17.32, синий джин. Сколько ты находился в этом биополе? 4 месяца. 4. С какой вещью попал к нему? Он показывает пакет супермаркета. Это продукты и какая-то безделушки. Какие-то. Безделушка, понятно. Он может с любой вещью передвигаться, понятно. Хорошо, 4 месяца. И без. Считай цифры над головой. 8. 8-герцовый. Сколько ты находился в этом биополе? 6 месяцев. 6 месяцев. Мой вопрос. Кто присутствует в доме Андрея? Без присутствует, джин присутствует. Без, джин. Хорошо, без и джин. У меня сегодня нет заказа на чистку его квартиры. Я просто, однако, вас предупреждаю. Если этот заказ придет, я через 10 минут буду в этой квартире и вытащу вас. Если вы не желаете встречи со мной по-новому, я рекомендую вам после этого сеанса, когда я вас отпущу, а в первый раз я отпускаю, добровольно уйти.
пока мы не встретились. Вы меня услышали? Да. Хорошо, начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Андрея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биоперенности, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Хорошо, ящер, цель твоей подключки. 3 года ты сидел с этой конструкцией. Что ты хотел сделать? Ты забирал биоматериал, ты отправлял в свои мира частички души. Он делал ящера, во-первых, из него. Вот сейчас к этой конструкции идет как еще одна маленькая вокруг его тонких тел оболочка. Да. Таким цветом коричневым, как ящер. Вот он, она сейчас как открывается от него, выпуская наружу тонкие тела. Отлично, ждем окончания. Сканер пока идет. Реверс энергии, просканируй полноту души Андрея. 98. 98%. Ящер, 2% забрала твоя конструкция? Сразу спрашиваю. Да, синхронизировался он на ней. Хорошо, чтобы не искать ее по вселенной. Готово. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Андрей забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Ну, ему идут энергии по чакрам, и биоматериалы, душа, все возвращается, он синхронизирован с ней. Бес, скажи мне, есть ли арвы в биополе, Андрея? Затемнение? Арвы на руках. Хочешь их получить? На ладошках, хочет. Хорошо, дойдет время, я дам отдельную команду. Кооперируй со мной, отвечай на вопросы. Готово. Хорошо. Реверсом забрали все. Начинаем тогда сейчас с ящера. Ящер, посмотри, кроме этой конструкции, что-то осталось в биополе Андрея на твоей чистоте? Нет. Переходим к синему дракону. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад, докладывая готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит в этой клетке. По каналу. У него сердечная чакра, и Вишудха, он вытащил платы. Хорошо, чем объяснить присутствие сердечной чакры твоей платы, синий дракон? Через сердце он пропускает знания. Поэтому 2% души отдал, с душой посвящается. Хорошо, 2% кому он отдал? Тебе? Или он отдал ящику? Нет, в конструкцию пошло. Это потому, что он с душой и сердцем делает, получает знания. Интересно. Хорошо, синий дракон все снял. Суккуб, выходи, отключайся полностью. Снимай все свои ленточки, ошейники, все, что у тебя там установлено, и возвращайся назад, приступай. У него какие-то шорты. Из лент, как кожаные такие. Мог бы и бантики получить. Суккубы они такие. Он все снял. Хорошо, Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль и все свои подключки. Приступай. Ну, ворчит еще как следует. Подключиться не успел. Только Джин жить начал. Все собрал. Джин, я бы тебе рекомендовал вообще здесь ничего не говорить лишнего, потому что я могу это неправильно понять. Если я начну неправильно что-то понимать, у тебя начнутся боли. Молчу. Бес, выходи. Снимай все, что ты оставил в ее биополе. Расскажи, как оно действовало. Как закончишь, доложи на месте. Я дам тебе команду на Ляру. Он в ногах у него внизу держится за ноги. Ходит с ним. Как он тебя ощущает? Он не продвигается. У него маленькие шаги. Много маленьких шагов, да? Усилия, чтобы, да, и делать. Хорошо, все усилия, понял. Усилия, чтобы двигаться. Хорошо. Снял. Хорошо, разрешайте забрать все лярвы, которые находятся в его биополе, а также все затемнения, приступая. Но он снял ладошки. Хорошо, эмоциональный фантом тебя интересует? Интересует, он сейчас языка снял затемнение. На языке. Почему на языке, объясни? Не всегда правильные слова употребляют. Хорошо, передаем эту информацию Андрею. Неправильные слова притягивают неправильные вибрации и сущности, как следствие. А сущности приходят всегда на свою чистоту, в большинстве своем, кроме космических, скажем так. Притягивает правильных сущностей. Это он о себе, да? Угу. Хорошо. Он снялся. Хорошо, даю команду на... Мы все убрали, даю команду на рассинхронизацию Андрея с... Ящером, его конструкцией, бесом,
джинном, суккубом, синим драконом и его платами. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Пока идет рассинхронизация, сканер просканирует полноту души Андрея. 100. Отлично, хорошо. Готово. Включаем внутренний белосвет Андрею. И этим внутренним белосветом Андрей выдалит из себя все негативные патогены низкой операционной энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит и формируется в шар перед ним. Вышел шар небольшой. Открывая под ним воронку в галактической дрожь, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Отлично. Подхожу к Андрею и моей энергией помогаю ему отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3-1. 2-3 удар. Отлетает каналы. Открывая портал в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо, бес. Я сейчас буду выводить эмоциональный фантом. Слушай внимательно, я буду перечислять частоты. Ты мне скажешь, какие из этих частот являются основными, из чего все вытекает. Ты понял меня? Да. Выходит эмоциональный фантом Андрея, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Эта низковибрационная, им же сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Хорошо, Андрей. Вы готовы расстаться с этими энергиями, которые вы сами произвели? Готов. Сворачиваю энергию в шар. Бес. Готов забрать? Готов. Так, хорошо. Да. Отправляю бесу и назови мне эти частоты. Основные. Злость, нервозность, опустошение. Отлично. Злость, нервозность и опустошение. Передаем эту информацию Андрею, чему надо, над чем ему нужно работать. Хорошо. Бес все получил. Бес готов уходить? Да. Открывается внизу против часовой стрелки портал на частоте беса 1, 2, 3 и бес. Забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, Джин, повторяться не буду. Ты меня услышал. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. И Джин забирает все, что он принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готов. Хорошо. Суккуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше в это биополе никогда не придешь. Даю слово синего дракона. Принимаю. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Связи. Приветствую тебя. Ли, посмотри, пожалуйста, ящер 305, 3 года, сидел с конструкцией. У меня вопросов нет, если у тебя есть по твоей части. Забираем мы его. Хорошо. Конструкцию уничтожить. Под конструкцией открывая воронку в галактическое ядро, конструкция уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово, ящера приняли. Хорошо, поехали дальше. Клетка пустая должна быть, да? Пустая. Поехали по частотам. Переходим на частоту магического воздействия. Если таковое силе было, оно проявляется. Ну, есть у него. Да ты что? А ну-ка, опиши. Картинку я вижу. Хорошо, что там по картинке идет? Ставим монитор. Посмотри, что там. Если девушка, есть... она поет. Да. И она его образ закрашивает в черный цвет. Хорошо, отлично. Притягиваю фантом этой девушки в клетку-тюрьму. С ней связаны, с этой магией. 1, 2, 3. Стоит в клетке. Девушка. Хорошо. Кто ты такая, девушка? И почему ты занимаешься магией? Почему ты вредишь Андрею или вредила? Имя свое назови. Ольга. Она не занимается магией. А что это было за... очень давно. Ольга. Мне было 16 лет. Ольга, ты сказала, да?
Он ей очень нравился. Имя ее Ольга? Ольга. Хорошо. Ольга. Твои следы остались в его биополе. Это затрудняло ему жизнь. Ты вообще понимаешь, чем ты занималась? Она какие-то чувства вложила туда. В общем, она его заштриховывает карандашом полностью. Ольга, я вынужден тебе отдать все, что ты дала сейчас. Тогда Андрею, в свои 16 лет. У меня нет другого варианта. Разве что ты попросишь у него прощения за то, что ты сделал в том юном возрасте. Какой вариант тебя больше устраивает? Конечно же, я прошу прощения. Любить-то я его не любила, сейчас понимаю. Нравился мне сильно. А он меня не замечал даже. Старше был. Хорошо, это ошибки детства. Мы спрашиваем Андрея. Андрей, вы прощаете Ольгу? А у него, знаешь, сейчас под ногами вся эта... как черный квадрат. И этот черный квадрат выходит и зависает перед ним. Вышел. Итак, Андрей, вы прощаете Ольгу? Он сейчас вообще не понял, что произошло. В 16 лет, девушка, вы ей нравились, как я полагаю, она пыталась, я не знаю, что она пыталась, во всяком случае мы нашли магическое воздействие в вашем биополе. И этот человек находится сейчас в клетке тюрьмы. Эта душа спрашивает у вас, она попросила прощения за те ошибки молодости. Вопрос к вам, готовы ли вы простить? Да я даже не знаю, кто такая. Прощаю, конечно, пусть уберет с меня все эти... Мы это все уберем. Всю эту грязь. Хорошо, договорились, вы простили. Да, будет так, а так и есть. Хорошо, вся эта грязь выходит из биополя Андрея. К этому она квадрату. Отлично. Открывая портал в галактическое ядро под этой грязью. 1, 2, 3. И все это уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, Ольга. Вам сегодня повезло, что вы не получили откат за эти действия. Имейте в виду, ни одно такое действие не остается незамеченным. Поэтому в будущем в жизни не занимайтесь такими вещами. Я надеюсь, это была ошибка молодости. Она говорит, я даже не помню, сколько мне лет было. Может, и 14. Ладно, хорошо. 14-15. Мы так и поняли. Хорошо. Будем возвращать вас назад, Ольга, в вашу систему биоробот-душа. И возвращаем фантом Ольги в ее систему биоробот-душа. Открываем портал, и она уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готов. Поехали дальше. Старается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Андрей, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения от сущностей? Великолепно чувствую. Видишь, как свечусь. Я звездный человек. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать ее в нашу комнату диагностики. И... Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Андрея. Это женщина, девушка. Снимается маска и голограмма, фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Андрея. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Я приветствую всех в этой комнате. Приветствую Андрея. Представителя Арктура. Арктур. Звезды Арктура, поэтому он звездный человек. Зовите меня Жанет. Жанет. Приветствуем вас, Жанет. Меня зовут Влад, это Вера. Мы проводили сегодня чистку вашего подопечного, все убрали. Одновременно мы приветствуем представителя Арктура в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам, Жанет. Благодарствую за это приветствие. Замечательно. Надеюсь, вы себя чувствуете комфортно в нашей комнате диагностики. Замечательно чувствую. Отлично. Уравновешенно. Очень хорошо. Уверенно. Комфортно. Очень приятно. 10 вопросов, которые задал Андрей. Если вы позволите, я начну с первого вопроса. Позволяю. Вы уже, правда, на него ответили. Откуда моя душа? Ты арктурианец. Так же, как и я. При активации души ты сам это понял и увидел свет внутри себя. Это арктурианские энергии. Энергии твоей души. Вы закончили? Да.
Благодарю вас, Жанет. Второй вопрос. Кем я был в последнюю мою реинкарнацию на Земле? Последнее воплощение на Земле. Будьте ли так любезны посмотреть в архивах? Кожа-то земное любопытство. О, да. Я удовлетворю его, несомненно. Благодарю вас, Жанет. Мы знаем, вы куратор на эту жизнь, но такие вопросы. 1812 год. Американские прерии. Кем он был? Чем занимался? Сколько прожил? Путешественником был. Перемещался с одного места на другое, познавая жизнь, местность, встречая людей, набирая опыт и знания. Занимался добычей золота некоторое время, потом понял бесполезность и злость этого занятия. Скиталец-одиночка. Это не значит, что его усугубляло, это нет. Ему нравится находиться в одиночестве, думать, внутри себя взвешивать. Анализировать и осознавать. Совершенно верно. Благодарю вас. Очень даже понятно, Жанет. Сколько он прожил в той жизни, если можно узнать? 54 года. Был застрелен в одной из конфликтов, я бы так это назвала, неосознанными душами, жадными. Я все увидел сейчас. Вы проговорили, я увидел это. Понятно. Хорошо. Благодарю вас. Вы хотели добавить что-то или можем продвигаться дальше? Здесь нечего добавлять. Вы увидели картинку. Благодарю вас, Жанет. В то время, к сожалению, было очень много оружия, очень много убийств и дикие времена. Дикий Запад назывался у нас или называется. Я перехожу к третьему. Жадность, алчность. Да, так и есть. Нажива. Где золото, там оно и есть. Понятно. Человеческая жизнь ничего не стоила. Благодарю вас, Жанет. Можем идти дальше. Можем. Подальше от этого периода. Третий вопрос. Почему меня последние 11 лет тянет в эзотерику? И кто меня направляет? Направляет тебя твоя душа к эзотерике. Я как куратор показываю знаки и правильный путь. Почему? Потому что космические души все ищут выход за пределы данной информации, расширение осознанности и расширение границ своих биологических роботов. Вы закончили? Да, я думаю, я понятно ответила. Безусловно. Благодарю вас, Жанет. Четвертый вопрос. Какое мне нужно выполнить предназначение в данном воплощении? Твое предназначение – это развитие и расширение собственных знаний. Свет твоей души, он ведет тебя туда, куда ты хочешь. Ты не можешь остановить его. Ты слушаешь свое сердце, а твое сердце выводит тебя на правильный путь, тот путь, который тебе интересен. Даже в прошлой жизни у тебя не было сожаления. Путешествие по прериям, ты знал, что ты рискуешь, но тебе нравилось это. Ты выходил за пределы городов, поселений и сознания того, что там происходило. Умирая, ты был спокоен и забрал свой опыт с собой. Точно так же в этом воплощении ты слушаешь свою душу и идешь за ней, доверяя ей, и это правильно. Вы закончили? Да. Благодарю вас, Жанет. Пятый вопрос. Почему у меня нет детей в этой жизни? Это программа или мой выбор? Это твой выбор. Всегда есть выбор. Будущее многогранно, и твой выбор может быть изменен. Но особенность твоей души и пройденный опыт дает тебе наслаждение одиночества. Тебе понятно с самим собой, и тебе не нужно переживать за других. Капелька эгоизма, я бы сказала, но разумного. Твое подсознание знает такую жизнь и доверяет себе. Но на Земле выбор за тобой. Ты можешь поменять свой настрой и намерение, зная причину. Я закончила. Я благодарю вас, Жанет, за этот развернутый ответ. Следующий вопрос. Шестой. Какой уровень у моей души, уровень моего высшего я? Уровень переходит с 11 на 12.
Отлично. Согласно твоему развитию. Благодарю вас, Жанет. Следующий вопрос, седьмой. Какую пользу мне нужно принести людям? Пользу, от которой ты не будешь страдать. Пользу, где твоя душа будет в гармонии, получать удовольствие. Это и будет пользой для тебя и для людей. Там, где ты будешь отдавать свою энергию в гармонии с интересом, получая материальные возможности для проживания на планете Земля. Только так твоя польза будет настоящей, искренней и гармоничной с твоей душой. Любая другая польза будет вразрез тебе, а также людям. Благодарю. Благодарю вас, Жанет. Восьмой вопрос. Что мне нужно изменить в себе или улучшить? Секунду. Судя по тому, что на Земле чувства, эмоции, реакции, переживания занимают большую роль, именно на эти эмоциональные переживания я бы обратила твое внимание. Они совершенно не нужны тебе. Больше позитива. Реагируй позитивом на любой негатив. Ты посмотришь, как изменится вокруг тебя реакция людей и твоя собственная защита и эмоциональное состояние изменится. Ты не захочешь жить на других вибрациях, почувствовав разницу. Тем более у тебя есть опыт держать оборону позитивом. Тебе лишь нужно вспомнить это, потренировавшись. Благодарю. Благодарю вас, Жанет. Следующий вопрос, девятый. Сколько кармических узлов у меня было и сколько еще осталось? У тебя было 3 кармических узла. Еще 3 впереди. Все узлы впереди, я правильно вас понял? Нет, 3 прошел и 3 осталось. Значит, было 6. И было 3 осталось. Осталось 3. В общем, 6. Вот это я хотел спросить. Благодарю вас. Следующий вопрос. Последний. 10. Что бы хотел посоветовать мне мой куратор делать дальше или какой-то просто совет? Искренне благодарю. И я отвечу искренне. И я не могу говорить душе, что ей делать дальше. Я лишь могу сказать, что твоя душа требует созидания и развития. Слушая свою душу, ты дошел до встречи со мной, и мы в этой комнате общаемся непринужденно и приятно. Поэтому я лишь твой помощник, но главный ты. Ты направляешь свет своей души, свою звезду, которая внутри тебя светить, созидать и развиваться. Кунду. Твой внутренний духовный стержень активирован. Я лишь подсветила его энергиями Арктура для лучшего и четкого понимания. Иди дальше, развивайся, неси свой свет и мысли позитивно. Благодарю. Благодарю вас, Жанет. Вопросов больше не осталось. У нас остался один маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит в эту комнату диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и самыми сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешения куратора Жанет передать ей этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за ее помощь и просто на добрые воспоминания. Какой прекрасный земной подарок. Благодарю вас. С удовольствием приму это как сувенир. Замечательно. Передавайте, пожалуйста, привет вашей прекрасной звезде Арктур. Мы рады будем всем кураторам с Арктура. Нас уже многие посещали. Но те, которые еще не посещали, будем им рады, если они достучатся до своих подопечных. Мы откроем двери, уберем преграды, в которые в эти двери уже пойдут люди сами. Благодарю вас за приятное расположение к Арктуру. Благодарим вас, уважаемая Жанет. Желаем вам на этом месте всего наилучшего. И я говорю, до скорых встреч. Приятная встреча. Благодарю вас. И я остаюсь на позитивной ноте.
Расставаюсь с вами. До новых встреч. До новых встреч, Жанет. Всего вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Андрей, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы? Я просто не хочу ничего отвечать. Я в такой неге, гармонии. Я растворился в своей душе и в этой звезде. Я благодарю вас. Я не могу описать эти чувства. Меня очень много, и я выхожу далеко за пределы своего сознания и тела. Отлично. Работайте над собой, сбрасывайте негатив, заправляйтесь энергиями, поднимайте вибрации. Как мы указали в этом сеансе, наш администратор перешлет вам инструкции после сеанса для того, чтобы вы долгое время оставались чистыми, без сущности. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Андрея в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пока вот он входит и синхронизируется, я просто расскажу, как выглядит. Она показала, и он видит, знает это, но чтобы Андрей понимал. Бывают такие звезды в 3D, у которых разные вот эти концы, одни длиннее, одни короче. Вот это так выглядит его стержень, его дух, его душа. И вот эти лучи, они расширяются до больших размеров. И как светом идет. То есть у нашего Солнца это как лучи круглые, а Арктур, он тоже как Солнце, только у него разные лучи. Длиннее, короче, выходят далеко за пределы, в зависимости от его настроения, естественно. Отлично. Хорошо, мы эту информацию передали. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.